Всем пламенный художественный привет! В этом ролике я покажу палитру и покажу, как легко и просто одним мазком раскрасить такой фрукт, как груша или яблоко. Вот, сейчас приблизила. 3 тона здесь. Салатовый, желтый и охра с белилами. Акрила фирмы Sonnet, можно как каким-то другим разбавителем для акрила, но здесь фокус в том, что краска должна быть достаточно жидкой. Теперь я просто смешиваю между собой 2 цвета, и получаются вот такие полосочки. Яблоки в полосочке. Дальше просто коричневой краской постараюсь выделить носики у яблочек и веточки. Вот такая идея для рисования. Что я выделяю на плодах. Обозначаю верх. И дальше плодоножки. На картине у меня такой орнамент с 2 сторон, поэтому с 2 сторон я прописывала и яблоки, и груши одинаково. Работа впереди, но уже видны какие-то небольшие просветы в работе, скажем так. Спасибо всем, кто был со мной, кто смотрит мои ролики. Всем желаю успехов. Как обычно, не прощаюсь. С вами была я, Таня Подобная.